Всем привет, сейчас побыстрее. С вами распакуем посылку с Алика. Итак, чтобы видео получилось максимально быстро, я его уже разрезала. Посылка маленькая, еще также у меня пришел чехол для телефона, который вы видели в начале. Я сделала распаковку заранее, потому что мне очень сильно хотелось его напялить. Этот заказик небольшой, $6 здесь, и чехол 2,70, и я поставлю цены. Заказал еще вот один такой светильник, резинки тоже $2, и чашка. Мы с вами уже распаковывали такую чашку, она была розовая, а теперь эта чашка белая. Походу она не белая, она прозрачная. Розовая мне очень сильно понравилась. Ну, сейчас посмотрим. О, уже попадали. Резинки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. По 12 резинок, 8 цветов. Я беру их уже не первый раз, они мне очень нравятся. Не страшно потерять, потому что их много. В общем, скоро у меня будет свой магазин резинок, походу. Так, давайте с чашки посмотрим, что там у нас. Она идентичная. Да, она идентичная розовой. Крышка такая же. Крышка слабенькая, кстати, здесь. Так, еще забыла достать канатик. Вот он. Прицепляется к крышке. Цепляется. Вот. И давайте откроем. Я брала для велосипеда, когда едем кататься. Покупаем водичку, чтобы не пить в бутылке, а вот в такой чашечке. Тут, по-моему, 320 миллилитров. Пишут, что выдерживает сейчас. Ё-моё. От минус 50 до 220 градусов. Нельзя резать, чуть-чуть нельзя, и можно мыть в посудомойке. И давайте к самому интересному. Светильник — это просто моя любовь, я в них влюбилась, и вот такой сейчас заказала братику своему. Только, по-моему, цвет будет другой, не такой, как у меня. Потом покажу, сейчас распечатаем и покажу, какой у меня. Я ним пользуюсь ночью, чтобы не включать свет, если где-то в туалет встать. Да и для ребенка, думаю, это симпатично, интересно будет. Так, у нас здесь в комплекте идут батареечки запасные, здесь тоже батареечки. Откручивается он, я уже помню, вот здесь. Я не буду сейчас откручивать, вот так откручивается и меняются батареечки. Так, инструкция или что это у нас такое? Простите, зеваю. Да, инструкция. Так. И вот такой светильничек. Светится он очень круто. Желтый цвет, приятный. Опа. Так, я уже вам показывала, как он светит в другом видео. Ссылку на видео оставлю в комментариях. Короче, в описании. Всякие разные позы он делает. Можно направить вверх. Можно посадить вниз. Только голову надо поправить. О, можно положить его. Он будет лежать. То есть... вообще, все возможные комбинации. Так, я принесла вот такой у меня, мой уже разработанный. О, открутился. Вот, видите, такой механизм внутри маленькая. Пимпочка. Все очень просто. Вот, куда вставляются батареечки, кнопочка. И оно светит. У собачки ушки мягкие, силиконовые. Ну, в общем, прикольно. Я надеюсь, что моему братику понравится такой презентик маленький. Вот, кстати, хвостик, как его вытащить. Блин, я потом вытащу. И здесь тоже хвостик спрятался. Потом оставлю тоже, как они называются, собачки эти. И давайте перейдем к чехлу. Поехали.
смотрите, вот так смотрится чехол издалека. Единственное, что мне не понравилось, это вот эти кнопки. Вот, блин, не видно, ну, громкости. Они очень жестко нажимаются, плохо делается скрин. И разъем. Он был такой тугой, и пришлось его вот так растягивать, чтобы можно было вставлять зарядку. В целом, качество хорошее. И необычного такого у нас нет. Ну и цена, конечно. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк.